Всем доброго времени суток. Сегодня у нас в меню запеченная скумбрия. Для трех рыбок среднего размера я взяла 3 луковицы, 3 помидорчика, 2 болгарских перца, лимон, соль, специи по вкусу, чеснок и растительное масло. Рыбку чистим, отрезаем плавники и голову. Затем делим рыбу на небольшие дольки. Солим, перчим и добавляем остальные специи по вкусу. Умный кинза молотая. Можно добавить приправу для рыб. Убираем рыбу мариноваться минут 10-15. Лук нарежем кольцами. Здесь же разрежем перец в длину на 6-7 частей. Помидоры нарезаем кольцами. Посуду для запекания смазываем маслом и вплотную выкладываем нарезанные ингредиенты, чередуя рыбу, лук и помидор. По бокам выкладываем оставшиеся дольки помидора и перец. Мелко рубим чеснок и высыпаем его поверх рыбы. Выдавливаем сок лимона. И немного поливаем растительным маслом. Включаем духовку на 180 градусов и выпекаем 40 минут. Вот такая румяная и сочная получилась рыбка. И на столе смотрится красиво, и на вкус приятная. На гарнир можно подать рис, либо картофельное пюре. Надеюсь, рецепт вам понравился. Если да, то ставьте лайк и не забудьте подписаться. Ну что ж, всем пока. Берегите себя и будьте здоровы.